Автор фотовыставки «Подводный мир Южных морей» Евгений Воевод – выпускник Рослерской школы номер 3. Сейчас живет и работает в Москве. Евгений познакомил собравшихся гостей с самыми интересными обитателями морских глубин, которых ему удалось запечатлеть на своих снимках. Хотя Евгений и занимается фотографией около 15 лет, но это его первая выставка. Такая своеобразная фотоохота, только не в лесу на зверей или птиц, а под водой на рыб и подводных животных. Снималось не для какой-то выставки, тем более там для какого-то заработка, а просто для себя, как память о моих путешествиях. Экспозиция состоит из снимков, сделанных на Мальдивах, в Таиланде, а также в Египте. И она является прекрасной возможностью для десногорцев увидеть яркий подводный мир морей и полюбоваться рыбами-бабочками и рыбами-ангелами. Мне очень понравилась выставка, особенно как о этих фотографиях рассказывает автор. Посмотреть выставку может каждый желающий, и она пробудет в Десногорске до 11 апреля.